нічого чинати. So we're with a couple of thousand pro-Russian protesters in Donetsk. On Thursday, they took the prosecutor's office and they looted a lot of police equipment, shields, helmets, body armor. And now you can see they look a lot different. They armed themselves with the stuff they stole the other day. And they look a bit more organized. There's a lot more orders being shouted around. Even seen a couple of guns. So things have kind of ratcheted up a little bit since the last time we saw these guys. Берите камень. Милиция с народом. Fuck. They're gonna go shoot someone. За що ви мене б'єте? Да я не бандер, да я русский, что вы? Русский, я сейчас русский. Если ты русский, хули я тогда пихал? Товарищ! Товарищ! Иди, мол! Отойди, ну отойди, сука! За что вы меня бьете? Тебе убить нахуй надо. Иди, молча. So we just quickly ran down some small lanes. The protesters seemed to be wanting to chase someone. They found a guy, beat the absolute shit out of him, he's bleeding all over his face. They think he's a tatushki, a provocateur, but to be honest, he could just be anyone. They didn't like him, and so he paid the price for that. They just brought the injured guy in front of the rest of the crowd here, and now they seem to be taking him away. Not sure where he's going to end up. We've seen other protesters being bundled into cars, other people they don't like, so I'm not sure what might happen to him, but I don't think he's in for a quiet night, that's for sure. Представители откроют нам двери, мы ломать ничего не будем. Нам исполком нужен целый. Приедут, и мы поменяем флаг. Пожалуйста, подождите. Даже это странный вопрос, почему я здесь. Я освобождаю свою землю от захватчика, от фашистов, которые топчут нашу землю. Наши внуки, наши правнуки этого не видели больше. Мы не хотим этой хунты. И если мы доберем, я лично, если доберусь до Киева, я порву эту Юлю на ее косе по душу. Вырву ей сердце, прям вырву ей сердце этой твари. Заварили это. Еще я хочу вот сказать в этому Америке, вот этому Обаме, черножопому придурку. Пусть он не лезет в нашу страну, мы в своей стране сами разберемся. У нас народ добрый, но если нас тронуть, кто от меча пришел, тот от меча и погибнет. There's clearly a lot of anger about what happened in Odessa 2 days ago when 40 people were killed. That included pro-Russian protesters and pro-Ukrainians. People here saying they won't forgive that and they're going to fight and use the memory of Odessa as inspiration for themselves here in Donetsk. The next day we met with Dmitry, a press spokesman for the Donetsk People's Republic, to find out more about their plans for the city. Практически все здания уже находятся под нашим контролем, проводится подготовка к референдуму. Главная наша цель – волеизъявление народа. А после этого волеизъявления у нас будут, наверное, впервые за 23 года честные демократические выборы всех представителей, депутатов, мэров и так далее. Why does the Donetsk People's Republic not want to be part of the Kiev government and part of Ukraine anymore? Потому что мы разные. Западная Украина, ну, у нас много различий. Это менталитет, культура и другие позиции, по которым мы не можем быть единой Украиной. И после всех событий на Майдане и после Майдана, после Майдана, когда начали обстреливать мирных жителей, говорить, что это все террористы и сепаратисты,
а также после трагических событий в Одессе, у нас большинство теперь нас поддерживает во всех регионах Юго-Востока, и мы категорически хотим только лишь отделение. Нейтралитета больше в Донецкой Народной Республике не существует. Они должны высказаться четкие их позиции или за, или против. Те, которые будут действовать все же против народа, к ним будут приниматься адекватные меры. Пойдем. А что случилось-то? Гости пришли. Ну, пойдем. В Донецкой Народной Республике постановление да. его. Совет народных депутатов Донецкой Народной Республики на основании постановления номер 2 от 02.05.2014 года решил приостановить до особого распоряжения взыскания по исполнительным листам и решениям суда в адрес Приватбанка с территории Донецкой Народной Республики, то есть бывшей Донецкой области. В случае неисполнения вы будете привлечены к ответственности. Ну, это хорошо. Только просто я прошу, чтобы вы объяснили мне, люди должников взыскивать что-то или нет. В этом после Приватбанка больше вы ничего не взыскиваете. Другие ни должники давно вы должны с них взыскать. А те должники, которые должны Приватбанку, эти все счета заморозить до особого. Все оплаты в пользу Приватбанка. Банка с сегодняшнего дня не осуществлялись, так как Коломойский – это главный инициатор и спонсор Майдана, Одессы и тех действий, которые сейчас происходят на территории Донецкой Народной Республики. Я думаю, что нормальные люди все это понимают, и скоро мы с лица земли сотрем любое упоминание о Коломойском. Поднимите нам зарплаты, пожалуйста, мы спросим. За $100 работаем.